Недорого и характеристики, что надо. Именно так можно начинать любой обзор на линейку Redmi. И сегодня у нас, пожалуй, самый популярный гаджет в этом сезоне – Redmi 4X. Еще одно важное качество бюджетников от Xiaomi – презентабельный внешний вид. Алюминиевый корпус выглядит так же претенциозно, как и его собратья по цене раз в 6 выше. Но самое интересное скрывается внутри. Аккумулятор объемом 4100 мАч. Больше 2 суток он у меня отбегал играючи. Спасибо энергоемкому экрану с оптимальным HD разрешением. Сделан по IPS технологии, он выдает картинку хорошо различимую под углом и на солнце. Кстати, относительно небольшая диагональ 5 дюймов позволяет пользоваться им даже одной рукой. Отзывчивый экран воспринимает сразу 10 пальцев. Так как на железе Xiaomi не экономят, для геймеров это, пожалуй, самый доступный вариант. Здесь самый настоящий Snapdragon 435. Вместе с графическим ускорителем Adreno 505 и 2 или 3 гигабайтами оперативной памяти в зависимости от комплектации. Хранить все ваши цифровые богатства вы сможете на 16 или 32 гигабайтах общей памяти, а еще есть поддержка microSD-карт. Redmi 4X оснащен 13-мегапиксельной камерой, апертурой 2.0, а также встроенной быстрой фазовой автофокусировкой и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера 5 мегапикселей и видео пишет Full HD. Дополнительно оснащена фирменным программным обеспечением от Xiaomi, позволяющим улучшить качество селфи-снимков. Для выхода в интернет есть 4G 4 категории, Wi-Fi, Bluetooth для носимых устройств и GLONASS с GPS Beidou для навигации. Управление гаджетом более чем привычное. Включение и регулировка громкости под большой палец. Зарядка через microUSB, наушники мини-джек, есть поддержка сразу 2 сим-карт, одну из которых можно заменить на microSD-флешку. Прошивка здесь традиционно Droid, но не простой, 6-й, с оболочкой MIUI. Характерная фишка этой системы – это наличие 2 пространств. Сравнимо, ну, например, с 2 аккаунтами на ноутбуке. Но больше всего мне нравится возможность пользоваться им как пультом от бытовой техники, благодаря ИК-порту. 4X – это представитель, пожалуй, самой народной у нас в стране Redmi серии. По его цене будет очень сложно найти аналогичный смартфон с его характеристиками, которые, кстати, дадут бой любому флагману. При заказе гаджета у нас на сайте вы сможете оформить бесплатную доставку до ближайшего к вам магазина ноу-хау, оформить онлайн-кредит, не выходя из дома, и не забудьте, обмен-возврат 30 дней. Вы сможете вернуть Redmi, если он вам просто не понравился. Нажимайте на кнопку, чтобы заказать гаджет, а у меня на этом все. Всем пока!